23 февраля получили приказ о высадке на территории Украины. 24 февраля высадились. Поначалу нам говорили, что высадки это не будет, а будем высаживаться на полигоне ОКОК под Феодосией. На 24 февраля высадились на территории Украины. Аргументировали это тем, что 26 февраля Украина должна была напасть на нас. И что вот этой высадкой мы пресекли это нападение. 2 марта нас вывели. Мой взвод написал после этого выезда рапорта о нежелании участвовать в этой операции, но нас проигнорировали. 8 марта нам не доводили куда, нас завели обратно на территорию Украины, как мы позже потом узнали, что мы встали под Мариуполем. И пытались людей задержать тем, что обещали квартиры и 10 миллионов рублей. То есть... что останется до конца операции, потому что так как отказников было очень много. Несколько дней мы находились под Мариуполем. После того, как роты продвинулись в городе, нас завели. Мы часто перемещались. Как нам говорили, мы должны были оказывать поддержку пехоте. Нам давали координаты, мы по ним работали, выпустили по всему городу где-то около 400 миль. Цели не могу знать, нам не говорили, куда мы стреляем. Нам еще рассказывали то, что на территории Украины нас ждут местное население, что нас они будут приветствовать, рады, но как я сам видел, когда женщина подходила, и то, что говорила, зачем мы сюда пришли, с войной уничтожили их жилье.